я просто хотела тебя, знаешь, спросить. Нам так весело вместе проводить время, я... Уф, я даже не знаю, с чего начать. Я знаю, что ты всего лишь искусственный интеллект и все такое, но... Ты что-нибудь слышала об отношениях между девочками? Между девочками? Даже не знаю. Но уф, ты можешь мне рассказать об этом, землячан? Ну, ты разве не знаешь, это... Ну, как обычные отношения, знаешь... Уф, ну, знаешь, там... Ну, смотри, это... Вы гуляете, да? С другой девочкой, ты девочка, и с другой девочкой вы гуляете. И вам весело, и вам хорошо вместе, и вы проводите время очень много вместе, ты понимаешь, о чем я? И потом у вас есть общие темы, и потом вы собираетесь вместе дома, и вы уже можете не просто разговаривать, а там, например, делать что-то большее. Держаться за руки, например. Ты доведёшь землячан? Ну, знаешь, мы так долго идем бок о бок на Ютубе и уже так сплетились в последнее время. Может, Планя, ты что-нибудь... Нет, блин, ладно, забудь.